Так, ну вроде я приехал уже, так, вроде я уже приехал на место назначено, так, надо было идти дом полный, я помню, в каком он живет, но все равно надо его найти. Ага, вот его дом, походу. Господи, что так бедненько. Наверное, на втором этаже сюда он получше. Да? Да. Так. Квартирка. Где? Пули. Эй! Черт, он мертв. Алло. Пули. Сэм, это Том. Тут Пули мертв. Кто? Как мертв? Да я зашел, я хотел зайти в квартиру, а что здесь дверь приоткрыта, я зашел, а там Поле лежит мертвым. Черт. Вы, короче, зря грабили этот банк. Угу. Да, зря грабили этот банк. Медный Поле. Ну так как уже Дон узнал про ограбление банка. Что? Узнал уже про ограбление банка? Да, узнал уже. Черт. И что теперь? Ну все места теперь для тебя опасны. Так что давай встретимся в торговом центре. Давай. Ну все, встретимся там. Давай. Черт, бедный Поле. Надо на задание ехать. Вот моя тачка. Так, ну все, я приехал на место назначения. Че, дырку до сих пор не заделали. Хотя она уже тут. 8 лет уже. Не с места. Кто это там? Привет. Сэм, это ты? Да, это я. Что, не ожидал? Жалко, что ты вместе с Полей не успели потратить эти деньги. Что ты имеешь в виду? Знаешь, ты уже с Доном знаком уже 8 лет. Знаю. Но он теперь такой же, как и Марко Морелло, которого ты с Поли убил еще 3 года назад. А именно Марко Морелло еще 3 года назад. Ну да, я помню, Марко Морелло мы убили 3 года назад. Так вот. Сальери был другом Марка, а не врагом, как это было. Но после убийства Пеппоне все изменилось. А теперь Сальери такой же, как и
Марка. Я не хотел вместе с вами участвовать в ограблении банка, так как не хотел рисковать своей жизнью. Так ты убил Полли? Да. Тогда пока. Зачем ты это сделал? Тебя ж потом ранят. Или поздно убьют за мою смерть. Я вообще-то тебя хотел убить. Но сначала решил Пули, потом тебя. Но ты оказался сильнее. А мне интересно, что с Фрэнком? Его нашли. Что? Его нашли? Да, его нашли. И его убили за то, что удрапал в другую страну. Помнишь, как мы были друзьями? Ты, я, Оли и... Мистер. Да. Сальери передают вам привет.